Проект «Читай быстро» представляет. Главный из книги Питера Друкера «Эффективный руководитель. 10 основных фактов». Не забудьте подписаться на канал и эффективно нажать на колокольчик, а мы начинаем. Факт номер один. Интеллектуальный труд и эффективность. Менеджеры с показательными умственными способностями могут оказаться неэффективными для компании. Изначальные задатки и таланты способны раскрыться в полной мере исключительно в сочетании с эффективностью, которой можно обучиться. Портрет руководителя завтрашнего дня. Современный менеджер – универсальный гений, умеющий анализировать, принимать решения, взаимодействовать с людьми, обладает творческими и математическими способностями. Факт номер три. 5 привычек эффективного начальника. Умение распоряжаться временем, ориентированность на результат, постоянное совершенствование своих навыков, умение приоритизировать задачи, способность принимать стратегические решения. Временной ресурс. Самым быстротечным ресурсом является время. Чтобы расходовать его эффективно, сокращайте потери. Объединяйте задачи в несколько крупных блоков. Обратите внимание на этапы управления временем, которые подробно расписаны в нашей текстовой версии обзора. Ссылка в описании. Факт номер 5. Хватит плодить универсалов. Для повышения продуктивности каждый сотрудник должен заниматься тем, что получается у него лучше всего, и только этим. Неприязнь к переменам. Руководителя ждет неудача, если он не способен или не хочет адаптироваться к условиям новой должности. В личные обязанности начальника входит работа на результат. Подбор персонала. Должность, на которую принимается кандидат, должна быть значимой, а обязанности выполнимыми. Раскрывайте потенциал ваших сотрудников. Восьмой факт. Управление собой. Менеджеру нужно анализировать не только сильные стороны подчиненных, но и свои. Перед тем, как управлять другими, научитесь управлять собой. Долой прошлое. Чтобы быть эффективным сейчас и завтра, оставьте прошлые неудачи позади. Если вчерашние успехи уже не приносят плодов сегодня, стоит избавиться от них. Десятый факт. Эффективное решение. Эффективный руководитель концентрируется на масштабных стратегических вопросах, избегает мелких второстепенных задач. По ссылке под этим видео можно найти текстовую версию обзора книги «Эффективный руководитель». Подписывайтесь на канал, пальцем тыц в колокольчик, слушайтесь маму и читайте книги вместе с «Читай быстро».